основной состав это 6 актеров: Борис Барский, Георгий Дереев, Наталья Бусько, Александр Постоленко, Михаил Волошин и Игорь Малахов. Вот это вот наш костяк, который вот 30 лет и пронес тот основной состав, за который нам дали сейчас рекорд Украины. Но также в каждом новом спектакле, у нас сейчас 10 репертуарных спектаклей, иногда к нам примыкают и другие актеры. Так в наших спектаклях принимает участие Алексей Агапян, который тоже снимался когда-то в «Маски-шоу» из деревни. В «Каламбуре», деревня дураков. Вадим Набоков, Ирина Токарчук, это Сима там и «Джентльмен шоу». Молодые актеры, Олег Савченко. То есть каждый у нас спектакль... «Оранжевое настроение». Яночка Делиева, которая была девочкой, вот она тоже в двух спектаклях работает. Да, наша сейчас актриса. На отпуске, правда, за моей внучкой там. Надо кому-то присматривать за внучкой Георгия, и поэтому она остается, да. То есть в каждом спектакле... Она мама моей внучки. В каждом спектакле 6 актеров, и может быть, ну, вот в «Ромео и Джульетта». Почему? Есть 3 актера, например, «Одесский подкидыш». Там я, Борис Барский, Наталья Бусько. Есть так, да. Развернуть.